Все, пошла съемка. А куда смотреть? Ну, может на камеру, может на себя. Но когда на камеру смотрю, у меня как бы глаза косы. Это, как ты подбородочек могу вырезать? Какой же я тебе делаю контуры? Нет, ты, блин, конечно, спину выпрямим, будет тебе нормальный подбородок. А за осанкой не следим? Сидим целыми днями. Давай, выпрямим спину. Вот. Не надо, ты так красавчик. Не надо там сесть. Мне это рабочая сторона. Можем поменяемся, просто посмотреть? Давай. Нет, очень ярко. Можно поменьше яркости. Во! Во-во-во! Все снимаем, наконец. Куда огроменный сервер? Ребята, всем привет, меня зовут Яна, это Рома. Подписывайтесь на его Twitch, Sirius Blade. Короче, мне пришла идея сравнить цену в самокате в Яндекс.Лавке за... Не помню. Когда был первый заказ в 2020 году и вот нынешний. Это признавайтесь, вам тоже плохо. Что? Это очень интересно. Приступим. В предвкушении. Мне реально это кажется интересным. Ну, типа, я реально сама хочу просто сравнить. Ну, никому не интересно там посмотреть. Побубнись на цену, ребят. Кто этого не хочет делать? Вам тоже. Так, я откручиваю сейчас свои заказы. Но мы много заказываем, очень много заказываем. Мы очень много заказываем. А что, дальше не крутится? Мне почему-то первый заказ в Пирске июль 22 год. Ребят, кажется, видео-то меняется. Ладно, жаль. Нет, ну... Скажи, юр... может, ты давай. Я что-то расстроилась. Короче, я первый заказ сделала в 2020 году. Я его помню, там была одна кока-кола и пачка чипсов. Кока-кола стоила 1,5 литра 89 рублей, а пачка чипсов большая, что-то 79. Вау. Я хотела... Вау. Что сейчас? Это реакция, как американцы идет. А чё ж тебе голова болит? Все спины, блядь, полопались? Такие 1017, мне на заказ не хватает. Главное, не спались адрес, кстати. Ну ладно. Нету кнопки. Приходите быстро, я только с едой. О, кому же я заказывал? Холодный чай Липтон литр. А, мы уже вместе дожили. Да. Короче, блин, ребят, обзор немножечко не план, ну ладно. Сравниваем. 2 банана, 58 рублей. Ну, ладно. Вода 5 литров, 100 рублей. Ну, сейчас так же. Блин. В общем, у меня в заказе реально есть. Он у меня в заказе стоит 100 рублей. Представляете, сейчас он стоит 159 рублей. Разница 60 рублей. Ну, кстати, прошел только... Так, затем у меня почему-то в заказе энергетика надо... Торнадо Энерджи с кактусом. 56 рублей, в наличии его нет. И внимание, кому же я заказывала? Молочный шоколадленку, много молока и кальций. Стоило 69 рублей 90 грамм. Сейчас она стоит 199 со скидкой 137. Не, это реально шок. Сейчас будет шок, реально. Киндер Пингви бисквит 67 рублей каждый. Это еще и тропический кокос. 67 рублей, это, кстати, много. Сейчас еще дороже. А что, можно нажать и будет? 79 сейчас, блин. Вот у меня есть тоже Kinder Pinguin. Он здесь стоит 53 рубля. Ломтик 44. Да, сейчас молочный ломтик 69, Kinder Pinguin нет. Наличие с кокосиком мой любимый. Хлеб 53 рубля. Сейчас он стоит 85. Фарш стоил 142 рубля, ребят. О, грудка, филе. О, да. Цыпленка. Сейчас 419, раньше 272. Доктор Пеппер. Вот. Твои ставки. Раньше сколько 110. Стоил? 110. Это крутой, вот он, да, один раз. А, был. Он-то столько и стоил. Ну, это, блин, 1,5 литра. Он один раз в истории был. Помните? Да. Внимание, Аризона, 0,34, 112 рублей. Ну, хватит, ну уже вообще не смешно. Мне нравится. Аризона, 0,3, 112 рублей, ребята. Сколько? 112. Что? Это 13 августа 22 года. Реакции нужны, иначе не зайдет видео. Внимание, ребят, флеш 0,5, 62 рубля стоил. Сейчас он стоит не знаю сколько. Ну, блин, фигово так смотреть. Стоп. О, я знаю, как сравнить. Нет, не знаю. У меня заказ. Знаю. Нет, не знаю. Блин, почему только июль? Угу, вот 20-й год я много заказывала. Минимально, чтобы заказывала 100 рублей и привозили за 3 минуты. 1 января был бы вообще супер. Ой, 22-го. А. Поняли, доктор, у меня 0,33, 110 рублей. Сейчас он стоит 150 рублей. Это пипец. Это пипец полный. Это пропажа.
Шоколадный батончик Сникерс супер, 64 рубля 80 грамм. Яйца в полтора раза подорожали. Было 109, вот. Сейчас 141. Я хотела тоже сравнить яйца. Яйца, куриные яйца, 10 штук, 55 рублей, ребят. Чего? 55 чего? Рублей. Это С1 мусор для детишек. Это 22 июля 2022 года. С1 вообще-то нихреново. Нихреново. Кстати, давайте проверим продуктовую корзину. Нет, давайте фрукты. Фрукты проверим. Фрукты и продуктовую корзину. Нет, макароны нет, Макфа. Фрукты проверим. Макароны Макфа, спираль, 58 рублей, сейчас 64. Кстати, на 6 рублей всего лишь подорожали за 2 года. Несись нормально. Кстати, я либо жирный, либо урод. У нас... Либо и то, и то. У нас парные футболочки. Ром повторяет за мной. Вообще-то я купила. Вообще-то я захотела ее первая. Молоко. 68 рублей обычно, сейчас 89. Сыр. 157, сейчас его нет. Не говори пока. О, я вот так пожалуй. Липтон теперь стоит 120 рублей. Наши стоит 120 рублей. Куриные фрикадельки 106 рублей всего лишь. Видите, за 100 рублей 300 грамм фрикадельки. Я в шоке. Вот, мне тоже тут такой произвест 99 рублей. Обзор, ребят. Мармеладка 39 рублей стоили, это шок. Бедро, цыпленка, бройлер, троекурово 212 рублей. Вот я такую цену помню. 400. Сейчас... А, нет, бедро. 52 стоил. Energetic Drive Me Original. Милка, молочный шоколад с соленым крекером тук 129 рублей. Сейчас он стоит около 200. Это пипец. Еще у меня здесь заказе конфеты самокат, черный кофе, тонизирующие. Странно, что их вообще не убрали с продажи, такая блевота, жесть. О, вот эти вот вкусные вафли, помнишь? Перец. Да. Раньше 200, сейчас 340. Ну, вафли самокат с вареной сгущенкой, вот эти вкусные. Раньше стоили 188 рублей, сейчас они стоят 260, но они правда вкусные. Mm-mm. Отстой. Позиции ушли уже вообще. Вот, да, согласна. Липтон стоил 114. Я помню вообще реально времена, даже в фикс-прайсе за 100 рублей покупала 1,5 литра Липтона. За 99 рублей. Смокайте, да, я помню, что одна штука стоила плюс-минус 100 рублей. Но 100 рублей, ну, как будто за литр норм. А сейчас Липтон стоит 159, как за литр. Как будто это... Сейчас у нас мусором пахнет на всю квартиру. Но мы не выбрасываем, мы записываем для вас ролик. Вы для нас важнее. Мы просто из дома еще не выходим, кстати. О, молочный шоколад Baby Fox с молочной начинкой. Стоил 36 рублей. 36 рублей вкусняшка. Сейчас это стоит 61 рубль. Батончик Сникерс раньше стоил 1 рубль. Что? Раньше было Eskimo Maxi Duo Waffle Mix. Eskimo. Стоил в районе 80 рублей. Сейчас одна штука стоит 140. То есть я две штуки заказал за 179. 178. О, подловили. Так, чипсы Лейс с сыром. Манго! Извини. Чипсы Лейс с сыром, одна штука 135 рублей стоит. Это, я уверена, было без скидки. Сейчас они стоят 159, но они не сильно. Манго за 115 рублей из Бразилии. Сейчас, ну, за 300 находишь только максимум. Килограмм. Ну, за 300. Ну, вкус вид за 300 килограмм. Там граммовочка. Морковь, мытая в пакете, раньше стоила 59 рублей, сейчас 85. Ну, 10 литров воды стоила 216 рублей. 10, а, да, вот это раскрайник. Ребят. Она прямо на глазах, правда, росла, еще до всяких да, кризисных моментов. Да, я помню, когда еще в 20-м году я покупала, когда жила с мамой, я покупала 4 рублей за 120, 10 литров воды, представляете? Это мой травм, удивительно. Незлужно ли, тварь. Вот, чипсы Лейс за 84 рубля. Ну, это хотя бы 81 грамм. Сейчас не стоит 140, наверное. О, блин, цены вкусненькие. Стоило 200, ну ладно, тогда что ж дорого было. Бисквит Барни. Целая упаковка стоила 87 рублей. Сейчас со скидкой 142, без скидки 191. Блять, как же уебать хочется. Мармелад жевательный самокат ассорти. 250 грамм, кстати, реально крутая эта такая коробочка была. Точнее, ведерочка. Стоили 99 рублей, сейчас они стоят 169 рублей. Пицца самокат пепперони замороженная. 257 рублей раньше, сейчас 425. О, помыла одна штука. 1 килограмм плюс 200 грамм, 189 рублей. Сейчас 280. Голубик раньше 120. Раньше 125 грамм, стоило 129 рублей. Грамм помню, мы часто брали.
Сейчас 125 грамм стоит 354 рубля со скидкой. Еще и не сезон, да. Но я это покупала 6 ноября. У нас, кстати, типичная эта корзина. Это липкие чипсы и фрукты. Ягодки. Пытались забаловаться. И две пачки чипсы Лейс по 84 рубля. Это вау. Это пипец. Чипсы Лейс 136 рублей, 140. Окей. Киндер Макси с молочной начинкой 36 рублей. Сейчас он стоит 53, 22 ноябрь. Две штуки самокат Личи стоили 60 рублей. То есть одна штука 30 рублей. Сейчас вот у меня Личи. Видимо, никто это говно не покупал больше после нас. Ну, Доктор Пеппер, да. Это уже была запрещенка на тот момент. Так, я нашла фрукты. Тут, видимо, мы решили правильно питаться. Свити какой-то один. 139 рублей. Подешевел, ребята, за год. Свити отстой, потому что. Да, никто не покупает. Вот, манго один. 500-80 грамм. 115 рублей, кстати, реально дешево. Сейчас один. 279 рублей. Угу. Мне реально была липтоновая зависимость. Я думаю, она у всех была в 21-м году. Ты сейчас так же говоришь. Точнее, я хотела... Была недавно. Яблоки Гренни Смит 85 рублей, 500 грамм. Сейчас 129 рублей. А вот, знаешь, я не буду это вырезать. Да будешь, будешь. А что делать? А что делать? Вот, чипсы Лейс красный кровь. Мои любимые. 120 рублей стоили. Сейчас они стоят 180 рублей. Это я просто не вижу. Повторяю мем с Папичу. Пальчики мне аккуратно, мне кажется. Милка с печеньем раньше стоила 109 рублей, сейчас они все стоят около 200. Это жесть. Жевательные паучки 37 рублей всего стоили. Удивительно. Блин, я все время так был в кадре? Не знаю. Ну, если что, страшно. Это плохо. Ой, задумался о том, как он выглядит в кадре. Посмотрите на него. О, киви раньше 600 грамм, когда сколько стоило? 600? Да. Вот, ну, как-то что. 100 рублей. Да, 100 рублей. Сейчас 179 рублей. Я помню даже. Ну, сейчас тоже, ну, такие цены бывают. Ну, да. Ну, не знаю. Может, не 600 грамм, не знаю. Вот, С0. Яйца С0. 104 рубля. Сейчас они стоят не меньше 150 С0. Нормально. Хурма Королёва 99 рублей. Приколитесь. И вот, Фрутоняня 0,5, 64 рубля. Сейчас оно стоит больше 100. Это жесть. Раньше 64 рубля, 0,5. Моя любимая Фрутоняня с бананчиком. Это июль 22 года. Сейчас мы уже переходим чуть на 2023 год. Легендарный круассан самокат с миндалем. Раньше стоил 118 рублей. Сейчас стоит 169 рублей. 600 грамм киви стоили 87 рублей, Даша, когда ты представляешь? Нет. Почему покупал мне молоко? Это бред. Нет. Твой любимый брендик. Пирожный самокат картошка раньше стоили 122 рубля. Сейчас 200 они. Да, 199. Да, это ужас. Чебупеца! 129 рублей сейчас, 209. Шампиньоны раньше стоили 89, сейчас они стоят около 130. А можно так же? Круассаны райс, шоколад, карамель тоже стоили 120 рублей. Сейчас такого даже нет. Поставьте лайк. Ой, господи. Я, видимо, что-то хотела печь. Яйца вот, ценой 100 рублей. Два йогурта греческих, кстати, 132. Сейчас один только столько стоит. Я признаюсь. Вам тоже. Ты признаваетесь, вам тоже похуй. Вы даже не смотрите. Масочка. Раньше стоила 75, сейчас 120. Ладно, нормально. Хирели там совсем, троглодит. Вот, Милка с цельным миндалем, 99 рублей, сейчас стоит 107, получилось. В два раза цены подорожали за два года, ребят. Мы уже не увозим, а как здесь? Карбонат 125 рублей стоил нарезка, сейчас зато 97. Жесть. Можно не чесаться? Я говорю, что у меня столько прическа не идет. Я говорю, ну может пойти так. Проведем вторую половину видео вот так. Мороженое эскимо Милка стоило 89 рублей, а сейчас оно стоит без скидки 181, в два раза, более чем в два раза. Надо отследить, какой же период все-таки попал между нами пальба, па-па-па-па. Так, февраль 23 года. В заказе 2 липтона за 150 рублей, то есть один липтон литровый стоил 75 рублей. Ребят, сейчас за 150 я даже один не могу купить. Кола добрый без сахара. Одна штука, 1 литр, 81 рубль. Вы помните время, когда была кола, ребята? Сейчас только добрый. Ребят, Cool Garden.
угарный безалкогольный с грейпфрутом 40 рублей стоил. Маленькая пачка. 40 рублей. Пачка. Ой, баночка. Блин, помните, фант была, ребят. Че только добрый. Чипсы Лейс. 40 грамм. Раньше стоили 89. Этот... Сейчас 159. Тихо-тихо-тихо. Фанта. Миринда, помните? Крысовый. Вот, наш типичный заказ. Пепси, помнишь? 3-2 доктор Пеппера. И 3 пирожных, 3 упаковки. То есть в сумме 9. Это ты мне на день рождения заказывал. Да, какой ты вспомнил. О, какой ты милый, ты все помнишь. Не помню ты меня. Вместо торта, блядь. Ребят, бульмени. 400 грамм, 84 рубля. Сейчас они стоят 200 рублей. Вот это не вырезай. Пробудилась. Милка с туком 105 рублей стоила, охренеть. Сметана 79, сейчас 130 рублей. Можно я вот так вот завязать? Да, мы сейчас в 2018 году находимся. Я хочу фейн-теймером. Черный чай, гринфилд. Что здесь надо? Спрингл. Что я здесь сижу, блядь? Уземляться. Гринфилд раньше стоил 89. Представляете, сколько мы бабок зашибаем? Какому-то там дяде в костюмчике. Макс Фан. 115 рублей стоил. Может, под скидки? Какому-то дяде в пиджачке зашибаем бабки все. Киндер Пинг 3-4 рубля, ребят. Он законный, он законный. Эти курсы туда-сюда. А мы, блядь, зашибаем. А мы тут при чем? Мы до них щит. Им бабки положил, они под процентик положили. Полетели. А мы живем с этим. Тут, с вонючим мусором в квартире. А раньше курица не воняла. И день, и два не воняло, и 3-4. Ну, ты думаете головой. А мы продолжаем. Грустно стало с печа. Ну, что тебе сказать? Да я и так подвел. Ольга, Балтика с грейпфрутом 45 рублей раньше стоила, сейчас 69. Киндер Бойна, ребят, это моя больная тема. Раньше что, 66 рублей. Сейчас 120 рублей. В два раза. Это всего лишь хотя бы что-нибудь такое свой, блядь. Снимал перекошенный, блядь. Ладно, еще ракурс такой. Смотрите, какой красивый молодой человек. Понятно. Хот-дог. Ладно, ребят, без хот-дога. Это бумага. 3 слоя, 8 рулонов стоили 159 рублей. Сейчас такого вообще нет. Вы видите, сколько бумага туалетная стоит? Я в ахере, в одном. А помните ковид? Все бабки. Да за туалеткой. Жопу потирать нечем было, блядь. Предупреди его. Влажный корм для кошек я брала. Не помню, нахуя. Подешевел. Ну, 35, сейчас 26. Чё, не понимаю? Филе 369, сейчас 419. Это уже год назад. Моя любимая булочка маковая. К сожалению, она вообще исчезла с продаж. Пожалуйста, самокат, верните. Вот энергетики. Две штуки, 388 рублей. Это уже... Лит Энерджи появился в 23-м году. Уважаю этот энергетик, хоть и не пью. Чё не пьёшь? Каждый день по два. Ладно, ребят, самокат что-то вообще не радует. Самокат сдулся, реально. Так, ребят, ладно, смогать тебе больше нечего ловить. Не станет белый. Плюс чат, если ждете продолжения бригады. Космос, как он вообще? Он умер. Смогать нечего ловить, я зашла в Яндекс.Лавку. Первый заказ от ноября 2021 года. Вода Шишкин лес, 5 литров, 89 рублей. Аризона, 135 рублей, ребята. На секундочку, сейчас она стоит 230 рублей. Это мы как опишем? Чипсы Лейс сыр, 160 грамм, 95 рублей. Сейчас же. Они стоят 165 рублей. Но это, кстати, было в Питере. Я вспомнила, что это из Питера заказ. Поэтому, возможно, некоторая погрешность есть. Но сомневаюсь, что она значительная. Чего там? 24 ноября 2021 год. Энергетический напиток Flash Up Original стоил, угадай, сколько? 100 рублей. Нет, 55 рублей, ребят. Что? А сейчас самокат поменял значок. Прямо сейчас, на новогодний шар. Ради этого видео. Солянка, большая порция. Раньше стоила 144 рубля, сейчас 359. Ну, это больше, чем... Ну, почти 2,5 раза.
Том-ям 134 рубля, сейчас по скидке годен сегодня 351, сейчас 469. Давай я буду эти суфлёры. Давай. Том-ям раньше 134 рубля, сейчас он стоит без скидки 469 рублей. Это вообще по-вашему как? Нормально? Адекватно? Ребят, поке острый с красной рыбой, soul in the bowl, 28 ноября, 187 рублей. Сейчас он стоит под 500. Ну ладно, преувеличил. 359 рублей. Это нормально? Ребят, он стоит 187 рублей. Сухарики хрустим багет, там от зелени. 39 рублей, сейчас 59. Он то, что его проще произвело. Так, что еще есть? Один грейпфрут, 69 рублей, сейчас 129 рублей. Пивной напиток уже подорожал Хугарден. А нет, 69 рублей, сейчас 159 со скидкой. Не сильно подорожал. Чёрный 2022 год. Энергичный напиток шкаф, литр, 140 рублей, сейчас 25 со скидкой. Я еще и очень любила мармелад, видимо. Мне он в каждом заказе, я такого не помню. Что еще интересного, ребят, вам показать-то? Думаю, ребят, ну вы чего хотите вообще? Ну, поинтереснее видео получится. Как... Да, идейка-то атас. Не, идея хорошая, реализация хромает. Ребят, извините. Я не знаю, я пытался выжить максимум. Мне кажется, только ты контент и завел. Хорошо, что я не одна, если честно, записала эту хрень. Ой, а что мне за прическа? Сейчас шучу. Найдем? Ой, найдем. Смешная история с курьером самоката. У нас угловой дом. И вот тут один как бы дом, а тут второй. И мы такие, а мы живем в этом. Конец истории, блядь. Это была подводка. Отпугивающая. Собственно говоря, курьеры постоянно звонят и говорят, алло, я приехал. Курьеры у нас звонят. А они-то не приехали к нам. Как тебе этот заказ? А они-то к нам и не приехали. Они приехали в другой дом. Представляете? Мне не открывают заказы почему-то. История из Яндекс. У нас угловой дом. Короче, это конец. Больше мне ничего не открывают заказы. Доставка. Я думала, будет, конечно, поинтереснее. Давай еще раз проверим самокат, может, там мы это подгрузились. Но я помню свой заказ, чипсы и кол. Мой первый заказ в самокате. Доставка была минимальная, сумма заказа 100 рублей. Привозили за 3 минуты. О, вообще помните, от чего самокат-то возник? Ковид. Ковид. Люди рисковали. А вы помните, вообще вход был по бумажкам? Вход был по бумажкам. Выход в плане. То есть на улице нельзя было выйти без разрешения. В такси, помните? В такси. Масочки сидеть. О, интересная история про такси. Ехал я. Сижу с дедом на кухне, ролик назад. Без маски. Ночь на дворе. Останавливает наш шофер. Говорит, вот, проверка документов. Да, да. Главный шофер московский. И говорит, у вас пассажир-то и без маски. Штрафанули таксиста. А я их съебался нахуй. Нет, я ему отдал деньги наличные. Он говорил, не надо, не надо. Ну, не знаю, какой был штраф, но я ему что-то вот накинул. 50 рублей. Пишите идеи в комментарии. Чуть-чуть поинтереснее. Вот, понимаете? Вот это уже высоко. High level. Понимаете, не надо перегружать. Дайте чуть-чуть так. Чуть-чуть. И все. Ну, что сказать. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, не выйдет большая часть. Если кто-то смотрел. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Нет, всем пока. Пока. Всем пока. Ставьте лайки. Ногой. Подписывайтесь на канал. Сделайте красную кнопочку синей. Какую? Какую? Найдут. Сделайте ставки. Шутим, ребят. Шутим. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Активно. Подписываемся на канал! Какая кнопка? Серую кнопку, красную. Серьезно? Не наоборот? А, наоборот. Делаем красную кнопку серой! Зовите друзей и подруг, кидайте это видео родителям. Всем пока! Возьмите в хозяева ребеночка.